Слоянском районе регулярно проводятся соревнования по самым разным видам спорта. В минувшее воскресенье физкультурно-оздоровительный бассейн «Дельфин» распахнул свои двери для лучших юных пловцов района. Там прошло открытое первенство по плаванию «Веселый дельфин» среди мальчиков и девочек 2006-2009 годов рождения. В соревнованиях приняло участие более 100 ребят. Большинство занимаются плаванием уже более 2 лет. И за это время они успели добиться неплохих результатов. Плаванием я занимаюсь около 3 лет. А сейчас было, конечно, сложно, но если постараться, то все получится. А почему ты решила плаванием заниматься? Потому что плавание – это необычный спорт, спорт в воде. То есть у нас бывают разные виды спорта. Плывем одним стилем, другим, и я решила, пока не сделаю первый разряд на спине, то я не буду переключаться на другой стиль. Юные спортсмены соревновались с дистанцией 50 метров баттерфляем на спине, брасом, вольным стилем, а также дистанцией 100 метров комплексное плавание. Тренеры как могли подбадривали ребят. Поддержать юных спортсменов пришли и родители, которые довольны, что их дети выбрали именно плавание, которое хорошо развивает физически, укрепляет весь организм. 2-й год уже занимаемся. Был первый заплыв. Мы тренируемся у Антона Николаевича Кудряшова. Очень нравится. Ребенку тоже очень нравится. Вот. Ну, поддержка в виде мамы. Вот. Так. Переживали за нее, когда было? Вы знаете, когда первые были соревнования, конечно, переживала. А сейчас уже как-то... В основном переживаешь еще на выездных соревнованиях. Вот. А так уже как-то нормально. Несмотря на то, что соревнования были районного уровня, юные пловцы к ним тщательно готовились. Каждому хотелось продемонстрировать все, чему научились. Ну и, конечно же, победить. Готовилась я очень упорно к соревнованиям. И мне очень нравится на плавании. Плавание – это мне мое все, и у меня очень хороший настрой. То есть я хочу только победу. После подведения итогов соревнований в каждой дисциплине были определены победители. Ребятам, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места, вручили почетные грамоты и медали. Улевская Екатерина, 2-е место. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».